27-летняя Маргарита Грачева лишилась руки не только по вине теперь уже бывшего мужа, но и сотрудников полиции. Они не проявили должного внимания к ее делу. Брюнетка на всю жизнь запомнит 11 декабря 2017 года. Тогда бывший муж привез ее в лес и начал пытать. Дмитрий Грачев по частям отрубал девушке кисти рук, а также наносил удары по ее ногам. Мужчина сам доставил Маргариту в больницу и сдался полиции. Врачам чудом удалось спасти девушке одну кисть. Однако она уже никогда не будет функционировать как прежде. Вторую руку Грачевой заменили протезом. После пережитой драмы Маргарита в числе еще четырех женщин пожаловалась в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, на неспособность властей защитить их от домашнего насилия. Правительство России направило в ЕСПЧ ответ, к которому было приложено заключение Управления МВД по Московской области. В документе были обозначены основные ошибки полиции при работе с делом Маргариты. Сообщается, что 11 ноября, за месяц до случившегося, мать Грачевой обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что зять вывез ее дочь в лес, избивал и угрожал ножом. Однако должных мер принято не было. Помощник дежурного составил рапорт, но факт побоев и угроз в нем не указал. В заявлении о привлечении Грачева к уголовной ответственности эти факты также были не упомянуты, сообщает «Коммерсант». 7 декабря, опоздав на 16 суток, полицейские подготовили ходатайство о продлении срока проверки заявления до 30 суток. На следующий день правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела. 11 декабря Дмитрий Грачев вывез жену в лес и зверски издевался над ней. У полицейских была возможность расследовать обстоятельства по особо тяжкому преступлению, похищению человека, и задержать подозреваемого. Но проверка проводилась по угрозе убийством, по такому обвинению человека задержать нельзя, высказалась адвокат Мари Давтян. Она считает, что полицейские отнеслись к делу как к очередной бытовухе. Маргарита Грачева рассказала о спасенной хирургами руке. Брюнетка заявила, что чувствительность и функционал кисти никогда не станут как прежде. В конце декабря Маргарита показала свои шрамы на сексуальных снимках. Накануне Нового года Грачева устроила праздничную фотосессию с сыновьями.